Два парня набрали полную кастрюлю термита, поставили ее на кучу льда и подожгли запал. Он не просто загорелся, как обычно горит термит. Вся эта куча взорвалась. Сам по себе термит не взрывается, он только горит при очень высокой температуре. А лед, по идее, должен растаять, так? Но этот клип явно показывает, что когда встречаются лед и пламя, ничем хорошим это не кончается. Термит выкладывается прямо на лед. Фрэнк пристраивает запал. Джейми не теряет времени и поджигает. Он поджигает. Будем надеяться, разгорится. Этот эксперимент должен подтвердить или опровергнуть миф о взрывающемся льде. Кажется, спички догорают. Пошло. Пошло. Thank you.